Да ладно. Возвращаемся в игру. Вроде коннект пошел, сейчас будем играть. Вообще уже забыл всю игру, да хоть вспомнить, что здесь было. Но я помню, мы эту концу бахнули. Больше вообще ничего не помню. Концу мы взяли, потом пополнили ману лабете. Слова у нас нету, насколько я помню. Заведения у нас нету. Здесь есть грамотеи, но пусть не более того. Сейчас мы планировали брать
улики и вот этих ломать. Потом все это передавать Мюллиху и идти сюда. А идти сюда, идти куда-то на него. Здесь Пикидрам есть. Пикидрам сейчас нам разведает. Мы, помнится, убегали сюда, здесь бегали его герои. Сейчас пробежимся, может, кого-то что-то там за это засветим. Здесь у него герои тоже как-то пробегали. Охрана была убита. Здесь мы улики взяли. Это взяли. Марксманы здесь. Охраняют, но это не важно. Щит у нас такой уже есть. Библиотеку рано. Сюда, сюда. Можно сюда пойти, можно сюда. Все что-то непонятно. Как-то я уже все забыл, всю игру. Всю игру уже позабывал. Что мы хотели, что не хотели. Гильдию вторую уже построили. Хотели мы демонить, вообще не знаю. По городам у нас меньше. Надо здесь собрать ресурсы. Что-то, может быть, наковыряем. Ну, гильдию можем построить, можем демонов. Сейчас ситуация улучшится, сколько мы возьмем вот это, вот это. Вот это, хотя я уже не уверен в надобности. Ну, это мы должны проломить. Точно, здесь будут еще вивы. Но этих мы как-нибудь поломаем. Потом, по идее, должны взять вот это лабетой. Может быть, успеем. Может быть, просто здесь разгонимся где-то. Вот тут вот. Цепочки поставим, чтобы на следующий день Мюллиху передать все, чтобы он тут врывался. Не знаю, выгодно ли нам только Мюллихом врываться. Там я помню, насколько хороший Клавиус был. Здесь комп оранжевый бегал, нас убил с крестьянами. Здесь куча ртути валяется, у нас ртути нет. Мы что-то ничего не собираем, все забили. Это как-то можно прихватить. Вот этого желательно прихватить. Ангелы, я думаю, легко с ним справятся. Будут кристаллы, будут ресурсы. Вот серу еще здесь можно добыть. Это все собрать. В принципе, и фаст гильдию мы, я думаю, выйдем сейчас на этой неделе. То есть пятый день, третья, четвертый день, шестая и седьмая, соответственно, гильдия. Мы выйдем. По седьмой день, пятый в гильдию. Там уже по результатам. Каких-то имбовых свитков у нас вроде нету. Но мы будем их поднимать. То есть наша задача вот здесь вот все собрать. У нас ртуть вот вся здесь валяется. Бесплатная. Кристаллы далеко, конечно. До кристалла мы возьмем в гномятне. Здесь еще серу возьмем. Джемы здесь возьмем. Все это соберем. Так не спеша. Да куда нам торопиться? Торопиться вообще некуда. Чувствую, по армии мы тоже отстаем. Поэтому надо как-то что-то это помашнить, поконтролить. Ну, Пикидрама можно, конечно, запустить в разведку, но можно лучше собрать ресурсов, которые нам представляют ценность не меньше сейчас. Лабета земелечка. К
кольца серы поднимем. Ну, Миша здесь прилично. Но у нас все равно хорошо. У нас все равно нормальная армия будет. Еще ВИП возьмем. Еще, ну, если даже здесь кого-то потеряем, значит, этого Улья мы восстановим. Здесь есть утопа, да. Но ее мы будем брать только если нам дадут здесь какой-нибудь контроль. Конюшня 7 посещала. А, нет, Калида не посетила конюшню. Октавия была в конюшне. Пасис была, Нюлис не был. Лакуста не было. Эпидрам. Ну, Лабета была. Ну, у нас пока Лабета. Пока Лабета. Игнатий тоже не был. Игнатий, скорее, надо все идти. Здесь у нас пасис была. Так, надо в идеале еще будет сюда героя заслать на какую-то на сбор чего-то там. Это одно дело. У нас есть еще, кстати, здесь эльфы. Можно будет их пробить. Тут, скорее всего, тоже неплохой свиток. Свиток неплохой. Вот тоже надо забрать. Как-то. Я не знаю пока как. У нас тут есть. А, нет, ангелов. Ангелов там сейчас не оставили ни одного. Был бы здесь ангел, можно хоть ангелом тут расчистить, хоть ложка какого-то запустить. Ну, здесь нельзя пройти, здесь надо убивать, да, нельзя пройти мимо. Можно хотя бы, в принципе, послать ложка вот сюда поставить. Дать на разгон, чтобы потом ему передать. Здесь ангелов и забрать свиток. Дотять все так медленно. Я думаю, наверное, просто сюда, наверное, будет эхритов 3 штуки отдать. И тут попробовать что-нибудь поотбивать. Потому что эхриты не справятся с 3 эльфами. Вот. Ну, с 20 эльфами. Надо вот это отбить. Это по-любому надо отбить. По-любому. Но опять же, тут тоже надо как-то это. Активизироваться. Что же начать? Каким-то действием активно. Не все собирать ресурсы. Наверное, одного героя подгоним сюда, да? Одного сюда, да? И здесь вот так вот цепочками выкружить можем. Здесь один ангел пройдет. Здесь все пройдет, здесь это разобьем. Да. Это нормально. Можно свиток будет забрать. Надо будет забрать еще медузятню. Все это на гномятню. Все это как-то аккуратненько. Пусть даже мы на это чем-то потеряем день. Гномятня вот это не все там, можно туда отправить Мюлиха, кстати. То есть один день мы, наверное, прокатаем вату здесь на сбор. То есть, ну, железно мы, получается, сейчас этот день тратим на то, чтобы дойти сюда, а Октавии на то, чтобы все это собрать. Все это мы собираем, как-то расставляемся, потом Октавия все это вывозит, Пасис передает, сюда передаем потом сюда. Здесь мы поставим героя поближе, лучше сюда, чтобы все это собрать. Ну и где-то Мюлик должен нас ждать, чтобы как-то тоже аккуратненько все это собрать. Ладно, сейчас главное нигде не накосячить цепочку. Так будет все вроде нормально. Здесь можно, конечно, пробить так охрану на скидочку, но лучше это, конечно, мне может минус сыграть, потому что комп отсюда выбежит. Я помню, это комповская территория, то есть это розовый комп был. Да, так и есть, вот это его лист. И, в принципе, мы можем его отсюда забрать еще. Розового компа. Отсюда. Ну, не знаю. Тут вообще непонятно, куда надо идти, да, или нет. Угу. Ну, в принципе, можно продолжать.
Так, все, крузим, продолжаем. Так, продолжаем. Так, так, поехали. Единичек у нас немного, но они есть. Но здесь, по-моему, без единичек придется обойтись. В результате мы что-то, наверное, скорее всего, зальем. Но не должны. Так. Так, ну на кого они накинутся? На Виверн, что ли? Сколько он убил? 11, но это когда ответку снимет, будет еще хуже. Все живые. Хорошо. Так. Забираем. Изи без потерь. Еще улик. Да ладно, что вы со мной делаете? Так. Обидно, что книги нету, но я думаю, там, если грейжного стека не будет, у меня проблем не должно быть. В крайнем случае придется вот так вот сделать. Не было вообще вопросов. Ага, не будет вообще проблем никаких. Грейжного стека тоже не будет. Все правильно. Вообще не будет проблем никаких. Все умрут, а проблем не будет. Так.
Убьем одного медведя. Ну, шикарно вообще. Убьет сюда, скорее всего. А этот, этого я подставил. Ну ладно, пусть он сходит. Еще. Ага, раз. Нету. Ну все. Приехали. Что ты будешь делать-то? А? Что ли? Лиф? Вот и все, и поиграли. Офигеть. Охренеть. Блин, что за хрень-то, а? Ну чё, гы-гы. Ты поиграли. Что я наделал вообще? Я думал, я думал значительно, вот не будет там 6 грейжена. Как мне? Вот и все, приехали. Так, ну, соперник дает мне авто с условием, что если я выиграю, то будет ничья. Ну, я не могу не принять такое условие, поэтому играем. Играем заново. Какой-то бред получился, я не знаю. Ну ладно. Какая жесть. Вот считал и насчитал. Повторяем все ходы.
Только здесь будем по-другому играть. Да уж. Позорище, конечно, нельзя так играть. Привет всем, кто подходит. Тут надо ли мне сюда идти? Так, ну я думаю, что, наверное, надо. Или нет. Наверное, не пойду никуда.
Так, всем привет, кто подошел, кто не видел, что тут случилось. Мы только загрузили автосейв, я сразу напал на мишек и слился. Соперник предложил мне авто, ну, то есть с условием, что если я выиграю эту игру, то будет ничья. Не понимаю, зачем я полез, я думал, почему-то их будет намного меньше, и мы их легко вынесем. Какой интерес соперника в автосейве? Ну, сопернику интересно, видимо, просто поиграть, но, видимо, у него хороший расклад, и он не хочет просто такой победы. Да и, в принципе, это, можно сказать, фэрплей, чтобы победить ему в борьбе. Ну, я, как бы, со своей стороны абсолютно признал поражение, то есть я готов был сразу сдаться, но его предложение дать мне автосейв, ну, с условием тем, что он уже точно не проиграет, и будет ничья ему, в любом случае, ну, минимум ничья. Поэтому. Его право. Это турнир по любимчике? Да, это турнир по любимчике. Тут у нас есть Влад Титаныч, Ифриты охраняют. Надо будет потом вернуться, чтобы посмотреть. Что такое? Странно, что мы их так это отлетели. Бил не знает название стрима. Ну, я ничего не могу тебе подсказать по поводу мобилы. Я с мобилы не смотрю Twitch. Октавию бы, кстати, в идеале где-то разбить поближе к местам действия. Такие герой хороший, да и пригодится здесь. Потому что Мелюх он точно будет как черепаха ползать. Один сим. Октавия зато прям бодрячком. Ману пополним, 30 маны будет. И сейчас еще земельку получим, вообще шикарно будет. Ну да, школярство, ну и что теперь делать, зато другие навыки хорошие. Все, альтернативы у нас не так много, Мюллер пока там раскачается. Может быть, Лакус раскачается тоже. Непонятно. Тут, кстати, на прошлом стриме спорили, какая будет конца. Валенок с Хэлайтом хотели на деньги поспорить, какая будет конца. Хэлайт, по-моему, говорил, что это будет двойка. Валенок говорил, что это будет тройка. Я говорил, что будет единичка. Потому что она другой не может быть, если герой идет специально подготовленный к концу, то она по-любому должна единичкой оказаться.
Что у нас здесь? Здесь у нас все равно будет ничего такого стабильного нет. Мюлиху бы, может быть. Ну, Мюлиху маны мало. Вот, чтобы качать ему ману нужна хотя бы сколько-то. Сави в этом плане, конечно, получше. Странно, что когда бился с медведями, такая мораль заходила, что ничего сделать даже не смогли. Но. Щит сейчас прихватим нормальный. Надо сейчас камни собрать вот эти. Питов непрерывных, мясо сопряга. Мясо вовсе. Демонения не будет. Но пока не из чего. Реально не из чего их демонить. То есть бабочки, из них очень плохо демониться, у них 3 хп всего. Ничего нет. Питы есть, но кто их знает, что с ними будет после конца. По идее, концу тут должны без проблем взять. Сейчас будут гильдию главное отстроить до конца. И какой-то вот и свиток вот этот прихватить. Скорее всего, очень хороший. Тут пока что-то сложно говорить про свиток. Что-то даже какую-то армию выделить, типа ангела. Ну-ка, смотря, посмотрим, какая конца будет. Если конца будет большая, то я думаю, смогу позволить себе там пару ангелов выделить. Если на конца хорошая, то можно будет уже и в атаку сходить. Уже прорашить как-то можно его. Что оппонент уже показывался здесь своих героев движения. Скорее всего, он здесь есть. Не думаю, что он много успел уже наковырять скелетов. Но с другой стороны, замков у него, конечно, больше. Папу моему отнял. Да, он двух компов убил. Бил компа этого своего и этого. Захватил их замки. То есть у него комп получается. Ранж и болото. То есть если найти. Где-то подземелье. Так, ладно, поехали. Мух еще много. Так, мы здесь, наверное, будем разбиваться. Разбивать Октавию. Прямо сейчас причем. Каких-то героев важных нету здесь. Школяр нет, нет. Семидесятник. В принципе, ничего страшного. Единичек нет, тут плохо, конечно. Парочку питов отделим на единичке. Зажрался уже, питы на единичке пошли, капец. Так. Я думаю, что они лягут в питы. Потому что герой совершенно никакущий по боевой мощи.
Тут надо 100% будет жертвовать. Два только големов убьет мне что-нибудь. Посмотрим. И, короче, если их было 50, они отнесли 164. Ну, убили 23, ну, грубо пусть половина, да, то есть они несут 80, то, скорее всего, Виву они убьют. Ангелы несли. Придется, ладно, не мучиться. Дать пита и все. Чем все считать, там, что у меня времени и так нет. А, ну так, так бы, конечно, никто бы не умер. Так. Даже близко не доходим. Конца, конца. Конца троечка. Все-таки не зря вели мы сюда героя. С другой стороны, тут любой лошок разберет, разобрал бы это. 750 вивы дают с удара. Чтоб вообще никого не потерять. Значит, я просчитался серьезно. По мувам. После сейва игра вообще не клеится. Запас, по идее-то, есть. Будем ли мы тут это все пробивать? Ну, я думаю, да. По идее, еще одного героя купим, просто ничего страшного.
Конечно, минималка, тут другого варианта даже быть не могло. Вот эти, кстати, можно ребят отправить и вот сюда, вот этих наказывать. Хорошая разбивка была у замка. А, не нужна. Прям, ну, мне ресурсы сейчас нужнее. О, кирь подвезли. Прикольно. Купить. Кого-то уволить опять же надо сейчас. Это вольт этот нужен. Этот нужен хороший герой Фасис. Этот с армией, этот нужен. Уволим, наверное, Кейтлин, что ли. Рука тоже не поднимает. Лобет, что ли, уволить. Так, этого. Ну, легко. Вообще в идеале хочу сейчас купить и кирь. И это поэтому Кейтлин, наверное, уволен все-таки. Если не нужна особо Кейтлин. Купим Ктавию. Наверх ее посадим. Купим ей книжку. Купим Кирь. Кирь тоже купим книжку. Заберем здесь немножко мяса. Уволить. Привет, привет всем, кто подгребается. Привет, ребят. Так. Так, ладно, пустить на бабочке стоит. Вот этот не нужен, чтобы собрать, конечно, вот это вот первым делом. Это самое главное. Не знаю, что делать с этим. Пустить его на разведку, что ли. Смотреть там чего-то ганаша. Найти его здесь где-то. С разведкой. Или же наоборот. То есть пустить его куда-то сюда. А мюлихом куда-то сюда пойти. То есть вот здесь этим пробиться сюда. Наверное, так и сделаю. Ход есть. Так, здесь пока строим сразу, чтобы не забыть гильдию. Получаем городской портал. Что не самый худший вариант. Ну и пойдем тогда, наверное, убивать компа.
такой вот какие-нибудь армии. Пойдем сейчас компакт наказывать. А, эту лабету отправим. Учить портал. То есть тут вопрос. Идем. Здесь, наверное, комп данжи, да? А здесь непонятно кто. Давай сюда сходим, посмотрим, что здесь за зоны. Так, здесь, скорее всего, оппонент. Мы сейчас можем дюлей хватануть знатных. Ну, в принципе, будем рисковать. Мы партию уже проиграли, по сути. Нам терять-то нечего. Сейчас Magic University надо построить. Тоже все упирается в ресурсы. Дерево найдем. Так, я думаю, если он нападет, допустим, скинуть Маслоу, было бы выгоднее, наверное, поделиться. Наверное. Ну, легко, не сильно Слоу боится. Ну, будет так. Пусть он видит, что у меня ангелов 1-4, 1-4. А виф у меня 10 и 10. Не самый худший. Ну, я утрирую, конечно. Мы ждали эту гильдию. Мы ждали здесь саунд-портала. Герои. Таун-портал. Ну, сейчас мы лабетой выучим таун-портал. И если получится, так сведет мои подписки. Спасибо, бро. Какие компы у него были? У него был комп не такой и не такой. То есть, в принципе, это, наверное, какая-то другая зона. Я что-то уже даже забыл, что это за зона. Но факт то, что здесь кто-то был и все это собрал, это факт. Сейчас бы еще здесь, допустим, получить еще какой-нибудь взрыв. Нужен универ. Всю землю. Нет, ничья. Ну, блин, ну сам виноват, я реально. То есть то, что я полез на этих медведей. Ну, конечно, с одной стороны, да, я виноват, но с другой стороны, то, что они встали в 3 стека и один из них 6 штук были грейжены, я этого, ну, как-то не ожидал совсем. Хотя, вот бой, если с обычными мишками, это ситуация стандартная. Поэтому всегда ГС надо бояться в такой ситуации. Бас, чё. Тупо катку запороть таким образом. Вообще просто жить. Она, конечно, и так не выигранная еще. То есть еще играть и играть. Может быть, у нее там скелетов непонятно сколько, но... Колодец бы где-то Мюллиху. Киль бы, может, как-то качнуть. Ну ладно, посмотрим. Хосты нету, жаль, конечно. А здесь нигде нету хаста. Этого нету хаста. Грамотность его может переучить, но неоткуда. Тут надо замок еще захватить. С порталом мне станет доступна еще вот эта вот зона. Это очень хорошо.
Скорее всего, здесь конца пустая, и идти сюда, это считай, на него в атаку прям сразу. Квесты. Ну, игра-то олдскульная, все в нее играли. Все баловались раньше. Так. Тога любит некрик, не надо рассчитывать, что скелетов слил. То есть, правда, я что вообще слил, только чаще бывает. Ну, Тога определенный мастер, как бы, слива, но, как бы, некр, если накопить скелетов, то... Но, опять же, кто-то некрит быстро, кто-то некрит медленно. То есть, можно... Может быть, он кто-то накопил к этой дате, может быть, уже 600 скелетов, а кто-то только 200 может только накопить, поэтому... Опять же вопрос, кто там, что там есть кроме скелетов? То есть понятно, что вот конца уже покрашена. Я сейчас не совсем понимаю, что это за зона. Это скорее всего, возможно, но это точно не оранжевого компа, 100%, потому что оранжевый комп вот здесь родился. Получается. Давайте-ка это, откроем схемку. Так. Шаблоны. 6 лон 10А. Ну и так смотрим. Здесь видно. То есть мы бы стартовали вот в этой зоне. Убили зеленого компа. Конфлюкс. Прошли вот в эту зону. В этой зоне мы попали вот, возможно, сюда. Где-то была зона без охраны. Здесь охрана была. Мы гремлина, мы ее убили. Вот эта зона без охраны была. Монолит. Либо он ее пробил. То есть эта зона вот эта. Значит, эта зона по дороге. Возможно, эта зона вот эта. Не фиолетовый компьютер. Точно. Да, это, кстати, может быть фиолетовый комп. Реально. Если это фиолетовый комп, то во многом нам упростит ситуацию. Почему? Потому что... Ой, конюшенка для Мюллиха, шикарно. Кирю, пробежим чуть-чуть. Если... Да, конца не взята, значит, 100%, даже 200 комп. Мы справимся любой армией с концой. Так, пару единичков даже оставить, наверное. Чтобы они вообще пригодились. Ну, давай попробуем. На что по магии у нас есть? Практически ничего. Но 36 удок, 6 ангелов все-таки как-то способствует даже на автобое взятию легкому. Нулевым ложком. Магия земли, все шикардос. Все шикарно. Геройка на инглише. Ну, мне больше нравится в оригинале. То есть на английской версии. Ой, и замок здесь вообще отлично. Потому что Кири не убили, может ангела ей дать. Наверное, так и сделаем. Ангела дадим. Или двух даже. Ну, тут компьютер, да?
Естественно, сопротивления он никакого нам даже близко не сможет оказать. Теперь вопрос, что мы делаем дальше? Смотрим, пики драм. Значит. Никто тут не разбит. Важно. Значит, мы сейчас, наверное, сможем построить или не сможем пятый этаж. Скорее посмотрим, сейчас Игнатом сходим. И пасек. Нет, ну я здесь не такие только бою, не должны проблемы создавать. Блин. Как обычно, короче, все получилось через жопу. Мудриться как-то. Четвертый герой. Я, кстати, какое-то время играл в четвертый герой. Не профессионально, конечно, но играл. Мне, в принципе, эта игра понравилась. Понравилась концепция отдельного героя. Там как бы свои. Ну, единственное, что, мне кажется, эта игра еще более долгая, чем третий герой. Пойдем, не будем с гарпиями связываться. Хотя, что с ними связываться? Что, ну, эфритами не размотаем их, что ли? Так, мне не хватает 2 кристалла, да? Можем ли мы их где-то найти? Где-то найти их сейчас. Здесь построено у нас гильдия с ускорением. Значит, заходим смело. Учим. Так, ну ладно, здесь в любом случае будет такой ход. В любом случае учим городской портал. С магией земли нам городской портал прям как воздух необходим. Вопрос, есть ли у нас везде рынки, да? Дома у нас рынок есть. В принципе, в теории мы можем пару смахнуть и менять, купить гильдию пятую. Я думаю, это будет хороший ход. Все-таки мы сейчас героем здесь. И получим.
Серьезно, ребят, ну так не бывает, ну блин. Лол. Такой лол. Так. Ребята, я валяюсь просто от таких приколов. Так, что мне нужно сейчас-то? Вообще ничего не нужно. Красиво, да, базара нет, прям красивее не приду, не бывает. Это вообще такая грязь. Грязевее, я бы даже сказал, не бывает. А, вот кристаллы, а я их выменивал. Ну, ну бац, чё. Чё сказать, ну бац. Ну, будем надеяться, что меня тут не видят, моего коварного плана перехвата. И Октавия, ну, в принципе, мне не жалко, если что, залить даже. Потерять, ворвется сейчас со всей армией туда. Ну или хочу сидеть, собственно, здесь. Усиживать. Ну, Кири есть. И тоже. Угу. Так, ладно, передаем. Но времени так мало осталось. Пока с компьютером борется. Тут мошним. Нормально так на 1.2.7. 30-ка ВИФ, 6 ангелов, фулл контроль на 1.2.7 за Инферно. Нормально. Ну, надо сейчас, поскольку мы уже только на ничью здесь претендуем, поэтому можно спокойно, смело припрыгать его, убить. И все. Предлагать досрочную ничью. Ну, знаешь, если бы он хотел досрочно закончить партию, Таганаш, он бы просто принял бы мой слив и, соответственно, мы бы уже закончили. Но тут уже можно сказать, мой косяк. Я мог бы после слива и продолжить, потому что, получив вот этот full контроль, я мог бы как-то еще покрутиться. У меня еще герой есть с мудростью. У меня был калит. Была. Ей купить что-нибудь. Воздух, например. И землю. Где это все качать? Это все же так долго. Ну, а лабети могли вместо воды и воздух дать. Ладно. Нормально маны, да, у лабеты это. Было как в Старкрафте Vision сделал, показал, что у тебя есть. А, у нас же прирост сейчас. Прикольно. Ну, вот если бы я после слил бы, да, все, получается, потом, не знаю, как бы эту концу бы брал. Ну да, герой это такая игра, что ты ее сделали, какая она есть.
Но опять же, вот первые и вторые герои не так зацепили народ, хотя вот меня даже вторые зацепили. Я вот начал именно со вторых. Третьи, конечно, показались мне в свое время шедевром. Так, что у нас по замкам? У нас теперь по замкам поровну. То есть мы совершенно точно знаем, что он взял замок коричневого компа и замок своего тайного компа болота. То есть, соответственно, нам просто надо сделать обзор земли и найти либо данж где-то под землей. Скорее всего, но не здесь. Не здесь. Он может быть. Так, это у нас получается зона вот эта, да? Вот отсюда пройдем сейчас через монолит Октавии и выскочим где-нибудь здесь. Так, кстати, а Маслоу дали нам его или нет? А, да, Маслоу у нас тоже уже есть. Все, больше меня уже ничего не интересует. Можем, дальше уже можем даже утопу, наверное, бахнуть в какой-то момент. Вы выскочили отсюда. А, кстати, я еще что-то забыл. Я Кири зачем-то убрал от конюшни, а конюшня же обновилась. Надо сейчас еще раз будет загнать в конюшню. Ну бац. Стояла бы она себе в конюшне, да стояла бы, ночевала. Надо было уйти. Ну а с другой стороны, мне надо цепочку становиться, да? Мне надо до сюда достать как-то. У Октавии сейчас тоже конюшня пропадет. То есть отсюда получается у нас что? Вот мы выйдем сюда, здесь стадилька. Здесь какая-то непонятная, наверное, трежа все-таки бездорожная. Это раз. Или это может быть даже оранжевый комп, зона оранжевого компа. В теории такое тоже может быть. А, тут нет оранжевого компа, да. Значит, получается, это какая-то трежа, вот, возможно, даже супер трежа. По бездорожью, да? Либо по дорога какая-то ведет к нему. К его замку напрямую. Какая-то ведет к компам. В принципе, мы, наверное, вычислим легко. Вот это идет, наверное, к компу данжу. В принципе, 90 с чем-то процентов, что это. Это идет вот сюда, да? Этот лифт. Компа данжа идет сюда. Тоже нелогично вроде. И сюда. Так вот, да, это все идет. Сквозь. Да нет, наверное. Ну, скорее всего, это получается супертрежа, да. От зеленого компа сюда дорога. И от данжа сюда дорога. Скорее всего, это вот где-то здесь. Вот это вот супертрежа. Инферновская, да. Вот она деревенька какая-то, в треже. Вот он сейчас, скорее всего, обитает вот здесь. Вот здесь и вот здесь. Здесь и... Ага. В принципе, вот он. Вот она его армия. 230 скелетов. Но это на... Там на один удар. Интересно, меня соперник сейчас проредрашил или нет. Ну, в принципе, там без разницы было. Там редраш неприменимо в такую ситуацию. У меня было две фейки. Поэтому прирост там абсолютно никакого значения не имеет. Так, он побежал назад. Побежал назад. А куда назад? Сюда, наверное. Ну, плохо, да, что он мне Октавию подрезал.
А, демотиватор, около мужик мог в схеме московского метро, напоминает, читает ничего себе шаблон. На самом деле, этот демотиватор, который ничего себе шаблон, его придумал я. Мы когда приехали в Москву, на турнир героев, я сразу показал и сказал, что, ну, сказал этот демотиватор. Позже Дуд сфотографировал Вана, ну, геройчик такой Ван, он, собственно, и на этом демотиваторе получился, и сделал демотиватор с этой фразы «Ничего себе шаблон», а придумал ее я, честное слово. Так, вот он, Енова. Туда, наверное, побежал, в Крыжу. Я вот не знаю, мы с конфлюксом куда-то долетим адекватно. Наверное, в один ДД уже, в один ДД точно никуда не долетим. Куда мы можем здесь, на чем можем претендовать? На чем мы можем претендовать здесь, чтобы достать его? Да, собственно, наверное, ни на чем. Без полета, который перешли перелететь, мы здесь не прыгнем так хорошо. Мы можем единственное, что сделать. Но все равно сейчас ход терять на то, чтобы идти в конюшню. Это проблема. Я думаю, что мы даже делаем... Мы вот делаем, наверное, до конюшни. Идем сюда по дороге. Даже не знаю, как лучше сыграть. Сделать ДД сюда, но у нас уже мулов не останется к тому времени. Да, он мне, конечно, Октавию подрезал. Не очень круто получилось, но тем не менее. Как есть уж. Так. Поехали дальше. Джинни, хорошо, что нам не помешали здесь. Где тут замок? Да, но если у него всего 230 скелетов, он здесь отъедет просто легко и непринужденно. А здесь сейчас проверим, смотрим. У меня тут еще герой с армией. Бить его, что ли? Бля, не получится заскочить. Надо сначала заскочить, потом попробовать убить. Возможно, в стороже шарится. А у нас же есть суперзаклинание, которое называется «Обзор земли». А мы его почему-то не используем. Ага, оно просто здесь в слитке. Бабочек докупить немножко сначала. Свиток обзор земли. Смотрим. Здесь у него главный замок. Здесь он появился. Здесь у него. Здесь замок Кампа-Данж. Скорее всего. Либо это телепорт. Да, это лифт. И здесь Камповский замок. Вот он. 100% здесь. Здесь у него выход сюда, в зону, вот в эту. Сюда. Но он где-то здесь и тусуется. То есть, либо он где-то здесь тусуется, либо он где-то здесь тусуется, в Крыже. Проверим. Так. Повтор хода надо сделать. Здесь он меня убил. И побежал туда. Туда все понятно. Он даже, наверное, об этом. В телепорте заночевал. То, скорее всего.
Мы, наверное, сделаем хитро. Будем отсюда выжидать, какой-нибудь сделаем маневр ожидательный. Лабетой. То есть мы ей дадим ангела. Одного. Для разгона. Больше ничего давать не будем, потому что ману она вряд ли уже пополнит. А уж земли разве что только можно оставить. И сделаем так. Пойдем в конюшню сначала, лабеты. В конюшню сейчас пойдут. Телепортируем его вот в этот конфлюкс. И сделаем ДД. И отсюда будем наготове прыжку. Я думаю, он этому сильно помешать и влево как-то воспрепятствовать не сможет. Здесь надо закупиться от компа. Вот так вот, наверное, сделаем даже. Бабочка немножко возьмем еще. Бабочка. Или куда-нибудь пойдем покачаться. Ну или посетим, пойдет тоже сюда. Ну или встанет в цепочку. Он пригодится здесь. Здесь нам нужен еще будет герой. Вот он. Как раз. Калит. Где клад? Этот. Пасть. Здесь нормально стоит. О, привет, папашка. Как оно? Го картонки шлепать. Так, это здесь. Кич сможет пройти. Ох ты, блин, что делает, а? Прицел так делать. Блестящая игра. Отдал, сэкономил 6 фей, отдал виверну. Прям. Я сегодня в ударе, ребят. Учитесь пока бесплатно. А, ну, кстати, я могу, конечно, показать Творыне гильдию, но она, я думаю, у нее не удивит, у нее в каждой игре такие гильдии. Да я тоже думаю, тебя-то такими гильдиями вообще не удивить. Это знатный лакирок.
Где стек демонов? Ну, у нас другой стек есть. У нас стек вив. Зачем нам стек демонов? Стек демонов вы можете увидеть на стриме у Амилу. У меня нет времени на демонов. Скорее всего, Таганаш побежит сюда. Где-нибудь меня накроет здесь. По замкам у нас одинаково. У него герой Клавиус, папка 3-5-5-8. Сань, ты прикинь, какой я нубас. Я, короче, напал вот на этих медведей и слил всю армию. Пришлось, короче, писать ГГ, но Таганаш дал авто на ничью. И поэтому у меня будет ничья с Таганашем, если я выиграю. Золотой лук отбить. А кем стрелять, ты предлагаешь? Пугами, что ли? У меня, кстати... А, блин, Октавия, я надо было Октавию выкупить. Неплохо сыграно. Благодарю тебя. Октавию надо было выкупить. Что-то про нее забыл, ее не надо не про этого. Хотя пусть, наверное, ждет в таверне на разгоне своего часа. О, папашка Таганаш атакует. Предсказуемо. Прижостом. На големах разгоняется. Красиво делает. Вероятность волны смерти овер 9000%. Но все равно мы сбежать не можем в такой ситуации. Да и, в принципе, каким-то бежать мне не жалко. Если он думает, что я не догоняю его коварный план, он ошибается. Нет, походу там нет такого плана. Плохая мораль. Ничего себе, стрелки на 52 у него лупят. Пусть ему оно отдаст.
Для нас, походу, прочухал коварный план. Да. Даже бедного скелета не смогли заковырять вдвоем. Где папашка-то Ганаш? Куда он пропал? Со своими коварными планами. Надеюсь, здесь он где-нибудь тусуется. Ну, судя по тому, что он не всю армию потащил, наверное, нет. Да, еще не хватит мулов. К сожалению. Лобетой тратить пару ходов. Жадничал немножко, надо было чуть выше поставить. В крайнем случае героя бы купил, героя бы добежал бы новый. Пожадничал пару мулов и все. Надо вот этого героя тоже разбить, ДД выучить. Тоже не мешает. Может быть, реально надо было потратить туда воздух купить. Включаю, выучить всем. Ну, ДД все не выучат, к сожалению. Октавии еще надо мудрость качать. По идее, киль в порядке, это тоже. Топку уже брали. Нету, до утопки не дошло, ее просто нету. Ее, ну как она нету, она есть. Она далеко. Мы сейчас будем его убивать, нам не нужна утопка. У нас без утопки все есть.
Вот ей надо выучить ДД. Ну, элементарно, даже прыгануть вот сюда, забрать замок. Никогда не помешает. Круто. На самом деле, обидно, что эту игру мы не выиграем. Вот это мне очень за это обидно, конечно. По сути, игра была выигранная, но кто-то нубец оказался знатный. Что-то Ганаш призадумался. Получается, где-то замок. Еще здесь, наверное, какой-то замок. У него выход был, его главный замок был там. Он сюда прибежал, там что-то захватил и здесь данж захватил. Армию он увозил туда. Последнее, что я видел, он армию туда тащил. Ничего, не проблема. Вот и посмотрим вот так. Пусть туда бежит. Тихо, мы вырежем. И пойдем туда, в подземку. Я даже не знаю, что лучше, подземку или в подземку. Можно подогнать сюда вот этих папашек. И Мюллиха. Тоже пригодятся. То есть Киль побежит прямо до этого, до телепорта. А Мюллер побежит вот сюда. Побежит в цепочку. Цепочку, чтобы вот здесь перебрать все лобетти. Хотя я не понимаю смысл всей цепочки, если лобета может просто прыгнуть, а и Кирь добежит до телепорта. Но Кирь не добежит до телепорта, к сожалению. Не добежит. И Мюллер не добежит. Кири одного ангела оставим, где здесь на разгоне она встанет.
Тут еще слиться можно. Вы серьезно, ребят? Вы что, закрывать лучников будете сейчас? Нет, кстати, мы подвейтимся, наверное, пока. Просто мы огребем жестко, если... Маневры, маневры. Мюлик доходит, зашибись. Их доходит, все доходят. Мюлик 1900 и 2. Тогда отдаем все кисть. Мюлик можно ангела выдать. Пошла, пошла, пошла. Еще небольшой стек из воздушек соберем. На всякий прям, что называется, пожарный.
Так, посетить ли эту обсерваторию? Я думаю, что надо. Все, он потом будет куда-нибудь прыгать. А, тракер еще папский здесь бегает. Утопа уже, наверное, посещена. Сорок три зомби. Лол. Ударный стек накрыли. Мулик нельзя, может, и утопа цела. Ну, осталось только утопить слиться, и вообще шикарно будет. Ну, всегда нельзя, кстати. Ну, я думаю, 9 ангелов там уничтожит любую. Там комп у него. Скорее всего, здесь сюда пошел, сюда прыжу. Что у нас по силе армии? По силе армии у меня почему-то больше. Ну ладно. И городов больше, и героев больше. Комп здесь бегает. Надо, кстати, сейчас будет, может быть, кого-то купить, может, тюрьму вскрыть, может, там какой-то маг сильный будет. Но тут не обойти Цербера, не драться придется. Тут можно выкупить их кентавров, да, какой-то стек собрать. Можно заморочиться через ТП, конечно, туда все это вернуть. Но надо замок какой-то опорный захватить. Вот мы, кстати, где-то здесь в этих воротах что-то с ним пересекались, там у него герои пробегали. Ну тут, естественно, ничего в сражении взято. Там у него 230 скелетов, параметры никакие, он в утопу не полез бы. Что тут было, что-то так пессимистично? Да, было на самом деле вот что. После сейва, вот только когда мы засейвили, вот только лоад сделали, я один улик взял и напал на вот этих мишек. У меня было 20 с чем-то уток, 3 ангела, фриты. И тут получилась неприятная ситуация, что их оказалось 6 грейженных мишек и 6 плюс 6 простых. То есть, ну, они мне наморалили меня и от этого ли по полной. Поэтому вот было то, что был полный слив. Я написал ему, что я сдаюсь. Он предложил мне автосейв на ничью. Ну, вот так и играем. Я как бы не настаивал на автосейве, то есть я признал поражение. Ну, как бы с его стороны благородно было мне дать этот автосейв. А так, если честно, я как бы рассчитывал очень, ну, исходя из турнирного положения, выиграть эту партию. Потому что, ну, прям победа как бы очень нужна.
Потому что мне еще играть с Нитро, играть с Хаосом, и игра у меня с Гунаром. В игре с Гунаром не очень хорошая ситуация. Надеюсь, он не смотрит, тут рассказываю. Ну, не очень хорошая ситуация, а с остальными придется повоевать. Ну, насколько я знаю, Нитро выиграл. Ну, сейчас посмотрим прям ситуацию турнирную. Турнирная ситуация. Любимчики в бой. Так. По И. То есть, получается, Нитро проиграл Таганашу как раз. И выиграл у Гунара. Гунар победил всех. А со мной игра еще одна на сейве. Ну там, скорее всего, он победит. То есть, даже у меня будет, ну, Таганаша ничья, к примеру. Ну, надо будет играть на победу с Нитро, чтобы из группы выйти. Ну и Хаоса надо как-то будет обыграть, потому что с такой игрой, как я играю, я не скажу, что я прям. Ну, не Инферно, кстати. Чё на Инферно грешить, когда руки из одного места растут? Я не знаю. Тут понятное дело, что я играл бы хоть за данж, хоть за некро, если я нападаю на этих мишек и сливаюсь. Причем и не просто сливаюсь, как бы, да, не оценю армию, а им так прокает мораль. Просто, я даже не знаю, в таком темпе и грейженному стеку мораль зашла, и полному стеку не грейженному, ну, естественно, они мне там даже шансов никаких не оставили. Так, конечно, бой вытаскивался, даже комп на автобой вывез, там, ну, чуть-чуть у него там вив осталось, но он вывез. А там мораль такая пошла, что я офигел. А выходит только первые и второе места? Нет, выходит 4 места, то есть первое и второе идет в верхнюю сетку, третье и четвертое идут в нижнюю сетку. Я как бы на... Третье, четвертое, даже у меня мыслях нет на это. Я даже в нижней сетке, наверное, играть не буду. У меня нет времени столько играть. Привет. Привет всем, кто подходит. В утопы, конечно, не полезу. Мне нужен, наверное, в идеале какой-то замок здесь. Чтобы можно было тп-хнуться, все это закупить, места. Мецом уже можно в утопу лезть. Потому что здесь будут съедены утки, съедены ангелы. Но на самом деле здесь очень сильно сыграет специальность камкожа. Камкожа очень сильно зайдет. Она даст плюс 9 защиты ко всем. Итого у меня будет, может сказать, 17-я защита. Не хочу в нижнюю. Фетром. Но извините, как бы я уже настроен обычно побеждать, если я играю. Не просто ж так мы играем. Ну что ты, просто так. У меня вот единственное, да, что получается. Тут еще с Хаосом непонятно тоже. Там как пойдет. Может тоже непонятно, что за игра будет. Ну и с Нитро будем биться, что. Милу надежды мало. А, кстати, как Амилу идет? Давайте посмотреть. Так. Где у нас Амилу? Чуть не вижу, как он в группе. А, он уже три катки успел залить. Ну, понятно, то есть он еще не играл ни с Ребелиусом. Ну, короче, ну, соперники-то не самые слабые, но он, короче, все залил. Ну, бат. На Милу надежды мало. Просто Ганаш четко наказал. А я не видел, кстати, игру. Там интересная игра была. А где у нас Стингер? Кстати, что-то не вижу Стингера. Вот он Стингер, кстати, посмотрим, что он показывает. Стингер тоже уже успел проиграть Давиду, но остальных он более-менее наказывает. Но ему, собственно, играть-то не с кем.
Получается, Этериус самый сильный конкурент его снялся. А, ну, доведу он второму по силе он проиграл, да, а остальных он просто на голову сильнее. То есть Стингер из группы выйдет даже в верхнюю сетку. А ну, значит, мне придется играть с Нитро. С Нитро мне придется играть. Он играет за данж. Это очень плохо. Как бы силы уже будут неравны по замкам. И по шаблонам тоже. Я не знаю, на какой шаблон тут выходить. С этим раскладом. Плиз про мой бергер, а то жарит меня. Так, ладно, сейчас дохожу, про бергер расскажу. Наш где-то. Так, что-то он там пробежал сверху. Так, Клавиус где-то промелькнул. Ну-ка еще раз смотрим. Ход врага. Там в трэжу пробежал. Монолит был какой-то на земле. Вот этот, вот в этом монолите. Он где бродит. Не здесь. Так. Тут он убежал, а Лагар прибежал. Ладно, проверим сначала Мюллихом. Наверное, возьмем он, наверное, воздушник. Воздушник, ему на единичку. Хай, слабыш. Здорово. Здорово. Так, здесь болото, все понятно. Здесь Тарасар. Мне стрелка, наверное, 40 не нанесет. Конечно, плохо. Нанесет. А, нет, нанесет. Нет, не нанесет. 30. Ах, тут уже 30 хп. Ой, я ломал. Дарку привет. Да он нубас. Что тут говорить? Что, пойдем убьем его, что ли? Угу. Так, здесь у него где-то был этот Алагар бежал. У него здесь, да? Можно, в принципе, дедехнуться туда и накрыть его, попробовать. Давай еще раз посмотрим. Алагар был уволен, скорее всего, да? У него страйкер, он на разгоне стоит, да? Слушай, наверное, надо попробовать его убить. В крайнем случае у нас есть ТП, да? По дорожке добежать. Ну, отсюда куда-нибудь ДД сделать. Или улик взять и отсюда сделать ДД. Кирю пробежать куда-то туда. Попробовать еще данж отжать. Так. Интересно, мы дотянемся до него или нет? Надо посмотреть. 25, 12. Кирилл. Дотянемся. Да должны по-хорошему-то дотянуться. Должны. Или вроде Клавиуса накрыть.
Где-то у него здесь, да, замок получается? Так. Кир может, кстати, не добежать. Очень проблема. Лабетой можно взять улик. С улика сделать ДД сюда, да? В крайнем случае сделать ТП. Сейчас тут у нас. Наверное, ну или улик уж не брать. Там, в принципе, и так армии достаточно. Но опять же, если я сделаю ДД, у меня останется 30 маны всего. А 30 маны там воевать тоже не шибко хорошо будет. Давай тогда попробуем Кирью добежать. Кирь, понятно, что никуда уже не добегает. Чуть-чуть не хватило. Блин, чуть-чуть не хватило, какая грязь. Вот лабетой дотянуться. Мы сэкономим столько, потратим 300. Только как лабета сюда идет? Доходит у нас столько, да? Если мы дойдем до сюда, да? Можем сделать отсюда, допустим, сможем ДД сделать. Я не дойдем. Только если туда додехаться. Ну тогда сделаем еще проще. Тогда упростим себе задачу. Так, есть, может, колодец здесь это есть? Ага, есть колодец. Но не про нашу честь. Топовые улики. Блин, можно было сюда быстрее добежать, отсюда просто пешочком. Так, ладно. Ну ничего страшного. Копнемся сюда. Ну, как обычно, фейл. Фейл на фейле, фейлом погоняет. Так, у меня есть 2 ТП. Куда их сделать, да? Вопрос. Можно сюда. То есть мы здесь купим сначала. Нам гильдию здесь надо будет купить тогда обязательно. Буду спать. Ну спи. Так, а чем мы тогда выкупим? А, мы ничего выкупать не будем. Мы героями
Строим здесь по контролям. Так, ТП. Ага, так, так, сюда. Так. По контролям. Молитва. Привет, Артём, привет. Так. Попробуем воздушников замочить. Ну, если успеть, попробуем. Понятно, что мы их как-нибудь одолеем. Серьезно? Опять не так пошло. Жесткий удар был. О, таун-портал. Больше таун-порталов. Так, кому бы еще там портал доверить? Кире, наверное, где-то в перспективе. А, у меня же эксперт вода. О, супер, молитва вообще идеально. Может, демонов загрейдить, демонить начать? Папашки же любят демонение. Так. Калит. Так, там портал мы... выучили. Уже хорошо. Так, ладно, передаем. Чего?
Не понял. Почему у меня главное меню вышло? Я что, вышел, что ли? Я что, серьезно из игры, что ли, вышел? Блин, ну чё, я действительно, что ли, уже какой-то неадекватный стал? Это бред какой-то. Как я вот мог так вместо передачи хода взять, выйти в главное меню? Это вообще, это вот такое бывает? У меня такого никогда не было еще. Какой бред. Не, ну я ход, конечно, повторю полностью, мне не сложно. Бывает. Да бред какой-то вообще, такой бред. Такая грязь. Так. Так. Я, честно, не помню, сколько у меня было бабочек, но как-то так было. Ну, в принципе, все будет просто здесь, мне что, и киль пробежит, как пробежит. Не добежит один фиг. Здесь мы тоже пройдем, как шли. Теперь.
Минус 2 ангела, вы серьезно? Че, минус ангел, что ли? Серьезно? Бред. Ну, может быть не так, но сейчас я для себя хуже сделал за счет того, что потратил ману. Там я без потерь маны все сделал. Сохранить перед передачей хода. Ну, конечно, я, конечно, нубас, но до такой же степени, чтобы два раза неправильно передать. Если я и сейчас еще неправильно ход передам, просто выйду из игры и с героями закончу. Завершу карьеру нубаса. На всякий случай там засейвим. Почему 4 минуты? 8 вроде. Ты только сейчас заметил, прикольно стоят змейки синхронно. Да, ждем, пока 4 минуты не останется на таймере. Сейчас деньги позволят, скупим еще, загрейдим еще этих и скупим все. Что-то я не понял, а где он есть-то? Туда куда-то убежал что-то. Сейчас купим места и уже будем к утопе готовиться. А в утопу мы через вот этот монолит попадем легко. Быстрее, по крайней мере. То есть вот таким вот образом можем отсюда телепортироваться. Сюда, зайти сюда. И вот мы уже в утопе. Оп. И, ну, конечно, может быть, мне не повезет, и он замок защитит здесь как-то. Что мне, я его не захвачу. Либо где-то подкачать.
у меня еще вот этот герой будет в ДД и ТП. Правда, без маны, но не страшно. Не так страшно. Мне, по идее, вот надо вот сюда куда-то встать с полной маной. И потом вот сюда сапоги забрать и замок забрать компостки. Ну так, на всякий пожарный замок прихватить не помешает. Компа там у меня он убил героя, и за сапоги тоже не помешают. Неужели я такой простой ход делал так долго в прошлый раз? Сейчас, кстати, здесь можно в данже, если он, конечно, еще сам там не купил, купить вортекс. Я, наверное, сделаю вот такой ход конем. Я переброшу грейжных питов и вот это мясцо вот в этот замок. А там уже ложки тут подемонят немножко. Бесов надо 27 на демонение. Thank you.
здоровье дали, ману пополнили. Вот этому герою надо как-то... Я думаю, я ему, наверное, плащ оставлю на следующий ход. И разобью его конфлюкс, наверное. Так интересно, сейчас меня встретит здесь чем-нибудь или нет? Юлиха встречают. Три лича. У нас по скорость 9. Вроде так. О, 1-7. Это вообще можно забить даже. Что-то сейчас жестко, походу. Блин. Мы не убьем его. К сожалению. Кому сбегать нельзя? Почему нельзя сбегать? У меня в таверне никого нет, мне ничего не мешает убежать. Один дичь запинает, конечно. Ну, а попробуем, кстати. У меня, в принципе, в любом случае ход будет. Он не, у него мана нет, моралиться он не умеет, поэтому попробуем. Он, блин, 3 нанес урона. Капец. Сколько у него урона, да? Мне вот интересно, лич может 10 урона нанести у него? Я ему наношу 1-7 урона, да? Ну что, поиграем? С ним. Игры. Кому-то можно, он же раунд-то прошел. Даст ли он 10 урона лич? Должен, вроде не должен. Вроде 10 он не бил ни разу. Тут вопрос в чем? Если я ударю первый, я точно проиграю. Если я, если он в ответ хорошо ударит со сдачи, то я могу еще и выиграть.
Пожалуйста. В теории я его могу убить. Если я нанесу 1, 2, 3, 4 или 5 урона, я проигрываю. Если я нанесу 6 или 7 урона, я выигрываю. То есть у меня шанс получается выиграть 2 из 7, проиграть 5 из 7. Ну, нет, мне не выгодно такое. Так рисковать. Невыгодно. Жаль. Ну, если бы можно было эту волну предугадать, надо было сразу бабочек тогда в бой отправлять. И мы бы выиграли. Лететь бить его не воздушками, а бабочками. Там мы бы могли выиграть. Точно бы выиграли. Волна смерти оставалась. Почему не в этом? Только что кастанулась волна смерти, когда он мне всех бабочек вырубил. Это у меня было 4 воздушки по единичке, и бабочки были 4 по 3. Он мне волну смерти дал на 15, убил всех бабочек и воздушек по 15 хп свет. Так. Ничка Гогов, которая так и не взялась. Ну, посмотрим сейчас, что отдаст мне здесь бесплатно. Мюлиха можно отсюда вывести. Не понимаю, почему этот комп не будет меня вообще убивать? Ему замок не нужен? Назад. Я заступал, пропустил. Ну, простительно, уважительная причина. С радостью повторяю. Интересно, вот этот замок сможет спасти или нет? Он как бы более ключевой. Этот некрополис, он нафиг не нужен. Если у него, если он летать не умеет, значит, он как бы пешком уже отсюда не выйдет. Получается, у него есть болотный замок, вот этот вот. Вот этот вот болотный замок компа. И ну, вот этот болотный и данж. 3 замка у него. А, еще где-то нашелся только что деревеньку четвертую. А деревеньку... Ну, где-то, наверное, здесь нашел, вот в этой зоне. Я, правда, не помню, где там деревенька была. О, в утопу полез. Блин, а я не полез.
Что там у него может быть? У него 250 скелетов и несколько драконов. По идее, он может там отъехать даже в утопе. Что-то взял утопу. Ну, кстати, если бы ему дали книгу земли, он бы порталинулся сюда, и было бы очень плохо. Ну, да, утопка, конечно, могла его сильно здесь спасти. Я, может быть, в какой-то степени сам виноват, что не полез в нее. О, вот он, герой. Плохо. Если ему книгу земли дали, чтобы он здесь появился, плохо будет очень. Пополнил ману, вернулся. Красавчик. Не пополнил, взял СП. Смотрим, как ходил Клавиус. Слушай, там несколько героев было куплено, что ли. И армия-то, походу, не слабая.
Будем ли мы нападать на него, вопрос. Я что-то прям не знаю даже. Ну, ему там не сильно хорошо прокнуло в утопе. Судя по количеству армии, он там драконов всех оставил. Скелетов, возможно, тоже подоставил. Как мы можем на него напасть? Давайте подумаем. Отсюда можем заскочить? Ну, скорее нет, чем да. Можем отсюда взять компа. Можно выскочить отсюда. Можно попробовать как-то его пробить. По идее, мы должны этот бой вытащить. Давай попробуем хотя бы первого сначала убить. Посмотрим, что там будет по итогу. По итогу посмотрим, что будет после боя с Алагаром. Ну, в принципе, Алагар-то не сильно много мне убьет. Может, феечек только убьет. Если какое-нибудь кольцо мороза, если не даст. Я просто думаю, что воздушки, башни начнут стрелять вот в этих ребят. Тогда сможем ангелами там перекрошить все. Ну, две стрелки он мне выдаст. То есть молния у него будет где-то на 40. И стрелка на 30. Айсбол дал. Ну, пускай так. Не страшно. Ну, что-то зачем-то мне под ангелов подставляется, чтобы я быстрее все это прорубил, наверное. Тогда он мне больше никого не убьет. А, он уже сдался. Потому что понял, что наделал. Ну, по идее. Все равно будем нападать, да, вопрос только куда? Значит, выкупить надо этого Мюллиха, чтобы он там как-то случайно не умер. Так.
Слушай, ну я тут не вытащу этот бой. Да, магию кидать тоже нельзя. То мне лучше ангела спасти или пытаться как-то бой затащить. Магию в него кину, сколько магии? 20. Я даже одного не убью. 30. Я одного убью. Ну он просто тупо простоит, и мне всех ангелов перестреляют. Ладно, сдадимся. Ничего страшного. Блин, а эта гномятинка еще не взята, оказывается. Короче, хрен мы кого-то загрейдим. Вариант первый здесь и побежать сюда, потом в колодец, потом ДД сюда. Второй вариант здесь и здесь же пополнится, потом ход провату прокатать и сюда потом прыгнуть. Тоже в принципе вариант неплохой, пока не знаю даже какой лучше. Нужен ли мне, допустим, вот этот замок? Мы, допустим, добежим сюда, потом добежим сюда, и потом будем делать ДД сюда. Это первый вариант. Ну, отсюда нам как бы опасно. Вариант второй через компа, через рыжего. Мне сейчас нравится он больше. И плюс топоги мы захватим. Давай, наверное, так поступим. Пополняем ману, пока их будет 30. Потом сюда встанем и потом полетим. Заберем. Здесь. Что будем делать здесь? А здесь можно, кстати, вот этот замок забрать. Thank you.
отсюда пробежать и сюда сделать ДД. Тоже сложный выбор. То есть, где мы с ним можем встретиться? Вопрос такой еще тоже, можем на что рассчитывать. Может быть, на него есть смысл напасть. То есть мы этот замок уже не взяли, да? Угу. Так, ну тогда побежали сюда. На ману артефакт еще. Что-то поздно их увидел. Так. Угу. Вот, мне что нужно поставить. Так. Либо сюда ДД сделать можно. И пройти, вот, забрать, попытаться вот это все. Потом отсюда сделать ДД туда. Нет, наверное, не лучше. Давай. Поехали. Вариант раз. Вариант второй. Зато бабочек набрал. Так. Кир, что-то надо делать, надо, наверное, ей пойдем воевать. Так, надо, наверное, сейчас сохраниться будет, потому что что-то как-то это уже пора заканчивать. Да, с этой утопом, конечно. Все, до
лица из-за этого. Да. На самом деле очень сильно я ошибся, когда вот сюда полетел брать сюда, ну вот этот вот монолит, то есть взял улик, надо было просто по дороге пробежать. Можно я тогда бы его нашел бы уже. Так. Вот на клавиши гуляет. Так, ладно, стрим, наверное, закончим сейчас. Будем сейвить. Всем спасибо, кто смотрел. Продолжим, я думаю, скоро. То есть, возможно, завтра. Возможно, даже